Кредит в России зарекомендовал себя как средство решения финансовых проблем. Это подтверждают цифры. Растут суммы кредитов и их количество. На что же тратят взятые деньги наши соотечественники? Направление кредитования меняется вместе с временами года. Весной – это подготовка к дачному сезону и ремонту. Ну а летом добавляется еще отпуск и свадебные торжества. Как видим, есть масса вариантов, куда потратить средства. Какие суммы и какие условия готовы предоставить банки простому клиенту? Сегодня суммы, которые можно оформить в банках, растут вместе с запросами граждан. Так, например, в банке «Восточный» мы предлагаем кредит «Большой сезон» до 1 миллиона рублей. Наши аналитики посчитали, что на удовлетворение всех основных нужд – ремонт, отпуск, дача и так далее – этого вполне достаточно. Однако не стоит забывать о том, что многие россияне уже имеют один или несколько кредитов. Как быть им в преддверии сезонных трат? Оказывается, и здесь поможет решение от «Восточного банка». Большой сезон может оказаться полезен и тем, кто уже обладает более дорогим кредитом. За счет большой суммы и фиксированной процентной ставки можно направить средства на погашение старого кредита. Кредит – универсальный инструмент для финансового благополучия. И уже сегодня можно говорить о продуктах, которые ориентируются на лучшие мировые образцы, такие как кредит «Большой сезон» от банка «Восточный».